уважаемые граждане, с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. Для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких призываем вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Максимально ограничьте контакты и пользование общественным транспортом. Избегайте нахождения в местах массового пребывания людей. Соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Используйте медицинские маски и респираторы при выходе из дома. Соблюдайте личную гигиену. Регулярно проводите дезинфекцию и проветривание места вашего пребывания. При первых признаках недомогания вызывайте врача на дом. Не занимайтесь самолечением. Своевременно начатое лечение способствует скорейшему выздоровлению. Thank you.
Thank you.
Уважаемые граждане, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. Для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких призываем вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Максимально ограничьте контакты и пользование общественным транспортом. Избегайте нахождения в местах массового пребывания людей. Соблюдайте социальную дистанцию не менее 1.5 метра. Используйте медицинские маски и респираторы при выходе из дома. Соблюдайте личную гигиену. Регулярно проводите дезинфекцию и проветривание места вашего пребывания. При первых признаках недомогания вызывайте врача на дом. Не занимайтесь самолечением. Своевременно начатое лечение способствует скорейшему выздоровлению.